Здравствуйте все! Сегодня хочу вас познакомить с металлоискателем. Заказал себе металлоискатель на Алиэкспресс. Пришел у меня такой коробочки. Брал я не дешевый, это не очень-то дорогой. ГТХ 4030, ну самые простейшие такие вот металлоискатели. Решил я летом позаниматься металлокопом. Мы сейчас посмотрим, что находится у меня в этой коробке внутри. Скроем коробку и проверим просто металлоискатель. Сейчас у нас февраль месяц еще, так что металлокопом еще рано заниматься. Но на лето мы проверим, что у меня все это нормально подходило, все было целое. Сейчас мы ее скроем. Так. Ну вот, вот внутри вот находится вот такая вот коробка. Она здесь она не запечатана. Вот здесь вот только одна сторона. Как я погляжу, сейчас мы скроем ее. Обычно. Так. Так. В этой коробке вот эти вот трудновато, конечно, открывать. Иногда не поймешь. Где, с какой стороны, сейчас вот так вот мы скрыли, вроде скрывается нормально, и вот там что находится у нас. Так, вот в этой коробке вот находится, вот он, сам прибор, вот находится катушка, так, у нас две штанги находятся, вот там две штанги, рукоятка, инструкция, даже наушники здесь есть. Так, это мы все в сторону пока отложим. Сейчас мы проверим работу самой катушки. Главное мне катушки проверить, так как сейчас металл еще не бумеская. Проверим работу. Вот она в такой вот пупырчатке здесь все упаковано. Ну, конечно, в коробке, когда вот я посмотрел, везут, оно все свободно, там болтается все, так что неисправность какую получить это можно. Вот она катушечка, вот я с такой взял. Вот катушка, это на похоже как на МД-4030. Но вот я не знаю только, как она работает. Вот это сам прибор тоже у нас такой вот пупырчатки. Так, мы сейчас ее откроем. Вот так вот. Так. Вот он сам прибор. Ну, на 4030 в принципе-то ничем не отличается. Вот этот он по цвету. Возможно, другая у нас какая-нибудь фирма его изготавливает. А так он вот такой вот желтоватый вот. Сейчас мы посмотрим. Вот это вот питается она. Этот металлоискатель вот от двух таких вот батареек вот в космос. Вот я их брал отдельно. Они в комплекте не идут, так что мы посмотрим работоспособность этого прибора. Вот здесь мы открываем крышки. Обычно я начинаю вставлять батарейки по одной, крышку одну открываю, вставляю. Так вот эти вот крышечки, вот они вроде одинаковые, но они не взаимозаменяемы. Начинают торчать немножко потом. Так вот вставляем, все вроде вставили, так. Ага. Немножко видно не доставил. Так, закрыли, сейчас вторую мы ставим. Ну, батарейки вот эти мне уже старенькие, так что, возможно, они уже плохо работают. Ну, когда прекращают они
работать хорошо, чем хорошо подает сигнал этот сам прибор. Так. Вот почему-то вот это плохо вставляется она. Так, сама. Ага, вот таким образом. Ладно, пока потом мы посмотрим, как потом эти крышечки плохо вставляются. Так. Вот вроде ставил. Вот так вот у нас вот все это выглядит. Сейчас мы проверим, просто работоспособность только надо проверить. Потому что, насколько я знаю, брак иногда попадается. Так, что у нас тут надписи есть какие-то? Waterfall. Так. Золото, значит, это обозначает. Так, подключаем мы. Вот здесь вот, видите? Вот такая вот приспособа у нас. Так, ставили. Включается он у нас просто. Включать. Берем мы. Все, слышите, сигнал падал. Все, значит, он у нас включился. Вот так вот. Ну вот, немножко он начинает пикать. Это возможно вот на этом вот столе. Под ним у меня табуретка, она, железо там есть. Вот она пищит, сейчас мы проверим. Вот. Видите? Вот так вот работает нормально. Сейчас мы проверим. Вот у меня еще какой металл есть. Ножницы, ну, 15 сантиметров. Ну, показывает вот так вот для этих ножниц, для металла, металл тонкий. Ну, это для него хорошо. Так, у нас настроено на что? Ну, правда, стоит у нас на все металлы пока. Так. Это я сейчас по нему постучал. Вот видите, все-таки металлы там есть у нас. Сейчас мы проверим вот на монетке. Вот у меня 10 рублей. Нормально показывает. Так, еще на чем? Ну вот на штанге. Берем и штангу. Ну, для этого вот металла. Ну, сейчас стоит на 7 металлов. Сейчас мы поставим примерно на 11 часов. Потому что в основном ищет на 11 часов чернет. Ну, сантиметров вот, посмотрите, вот так вот, 20. Вот так уже 25 показывает. Ну, что я вам сказать, я не один уже имел такой металлоискатель, и вот он по... тому, как я сейчас его проверил, его можно там на земле пока не проверять, что он работает, будет очень хорошо. Вот сейчас вот его побить даже, если вот проверяйте, когда есть это ГТХ 40-50, но те вот вообще барахлянские, здесь у них не стоит резистор, вот так вот постучишь, он начинает срабатывать, этот вроде не срабатывает. Вот сейчас вот смотрите, я сейчас вот у меня пол, а на полу у меня, ну это деревянный пол, гвозди есть там, арматура, разбитон, будет показывать или нет. Ну, спокойно показывает. Так что рабочий он.
Здесь вот находится, вот кто это не знает, у нас эти рукоятки. Вот здесь вот чувствительность. Но у меня вот на самой маленькой чувствительности было поставлено. Но обычно на 12 часов ставить, потому что почва металлизированная. Иногда начинает чувствительность большая, просто-напросто ложные сработки такие бывают. Здесь вот у нас звук, естественно, если не хотите вы наушниками работать, ну, наушниками не удобно. Здесь вот у нас лампочка вот находится. Лампочка эта показ, когда загорается, то, что все батарея уже села. И здесь вот у нас вот чуйка, как называется, настраивается. Все металлы, это все будет показ. Гвоздики, мелко, всю мелочь. Ну, обычно, чтобы отсечь их, на 11 часах ставят. Так что вот такой вот металлоискатель я купил. Ну, вроде я не пожалел. Металлоискатель рабочий. Так что вот такой вот. Смотрите, кому надо, приобретайте на Алиэкспресс. Ну, вот это вот довольно недорогой он металлоискатель. Так что вот такие вот. Сейчас мы поставим еще. Ну, все металлы, естественно, все это ловит. Так что вот это вот ГТХ 4030. Если я второй купил, на днях тоже попробую ролик создать, но у того катушка не такая, как сказать, 4030P профессиональная, она чуть побольше такая. Посмотрим, как тот работает. Который мне из них понравится, тот себе оставлю. Так что вот такой металлоискатель с Алиэкспресс. Ну, на этом я все заканчиваю. Кто посмотрит ролик мой, подписывайтесь на мой канал. Канал «Лесные были».